Привет. В Румынию мы решили ехать через Молдову. И сейчас мы стоим на границе. Украина, Молдова. Вчера днем мы выехали из Киева. Вечером пересекли границу Украина-Молдова. Ночью проехали через Молдову и проехали границу Молдова-Румыния. Сейчас едем по Румынии. Для того, чтобы поехать в Румынию на автомобиле, вам нужно документы на автомобиль, техпаспорт, грин-карт и винета. Винета покупается на таможне. Винета на 7 дней стоит 3 евро плюс комиссия 2 евро. Если вы будете ехать в Румынию через молдовскую границу, получится, вам надо будет купить винету на таможне Молдовы и также на таможне в Румынии винета покупается отдельно. Если вы не купите винету при выезде, вас оштрафуют и очень сильно. Наконец-то мы добрались до Бухареста. Бухарест – это столица Румынии. Мы сейчас находимся в самом центре Бухареста. Ищем, где можно здесь покушать. Мы гуляем по Бухаресту. На улице 32 градуса жары. Мы уже обменяли евро на румынские лей. Получается, за 1 евро 5 румынских лей. Наконец-то мы нашли, где присесть. Я себе заказала вот лимонадик вот такой вот за 25 лей. И еще заказала салатик, заказала Лариса ребрышки себе заказала. Для тех, кто не в курсе, получается леи, одна лея это 6 гривен, ну или там 1 евро это 5 лей. Такой вот замечательный лимонадик принесли мне в Бухаресте. На гривну он выходит 144 гривны. Это самый вкусный лимонад, который я пробовала. Такой салатик мне принесли. Он рисовал такие ребрышки. Вот. В Бухаресте очень большие. Вот. Вот такой салатик стоит 24 лей. Ну, хотите узнать цену в гринах, умножайте на 6. Да. Мы уже нагулялись, и сейчас я возвращаюсь к машине. Так вот выглядит вечерний Бухарест. Вечерний Бухарест, Румыния. В Бухаресте много очень красивых зданий.
Бухаресте есть еще замечательная набережная. Здесь мы немножечко погуляем и пойдем уже в номера. Скоро уже ложиться спать. Завтра рано нам надо встать. Завтра у нас просмотр замков. Замков Пелиш и Бран. Сейчас мы гуляем по набережной Бухареста. Здесь очень красиво, классно, мостики разные. Завтра мы поедем смотреть замки. Вот так вот выглядят румынские леи. Так, сейчас покажу. Это 5 лей. Там еще знак такой прозрачный, я не знаю, видно его, не видно. Вот такая вот 5 лей. Вот это вот 10 лей румынских. Тоже там что-то прозрачное. Вот так вот они выглядят. И 50 лей. Вот так вот выглядят с орлом. Прикольно. Значит, вот так вот выглядят леи. Напомню. Вот 10 лей. Не 10 лей, это как мне считать. В общем, 50 лей это 10 евро. Вот. Такая красота. Погуляем немножко по лесу, потом пойдем в замок Пелиш. Нам остался 1 километр до замка Пелиш. Все фотографии с нашей поездки в Румынию можно будет посмотреть на моей странице ВКонтакте. Ссылка на мою страницу будет в описании под этим видео. Ах, вот так, как это?
Ну, din târguri, din târguri din astea și pe eu. Русские сладости. Где уже виден замок Пелеш. Тут уже до него немного осталось идти. У меня находится замок Пелеш. Mergem pe aici? Mergem pe aici? Uite pe aici! Pe aici! Hai! Hai să mergem pe aici! Hai! Așa! Așa, așa! Hai! В Румынии очень много горных рек и небольших водопадов. Вот такие вот маленькие водопадики, они здесь повсюду. Замечательная природа. Здесь можно гулять часами. Thank you.
внутренний дворик замка Пелеш. Чтобы попасть в замок Пелеш, вам потребуется стоять немаленькую очередь. Попали в небольшую пробку. Совсем небольшую. Такой 10 километров. 10 километров всего лишь. Это все очередь в замок Бран. И она длится аж до самого замка. Замок там вдалеке. Мы уже заняли очередь. Стоим, ждем. Очередь в замок Бран понемножечку движется. Ну там еще долго. Но мы дождемся. Вход в замок Бран, замок Дракулы, 135 лет. Ну все, мы уже зашли на территорию самого замка.
Так, вот тут такая территория. Сейчас будем к самому замку идти. Вот там вот замок. Тут какие-то сувенирчики продаются. Туристы ходят. Такая дорожка к замку. Все, мы дошли. Мы сейчас находимся у самого замка Дракулы, вернее, уже на его территории. Лариса сзади. Сейчас посмотрим, что внутри замка. Лариса насобирала камушки. Наворовала. Так, не портни видео. Насобирала камушки для денежного колеса замка Бран. Лариса разбирает замок Бран на камушки. Да берешь на память. Да, мы проходим. Все, давай проходим. Еще одна очередь. Сам замок. Вот выглядит билет в замок Бран. Да, тут даже дата стоит. Вот одна из комнат замка Бран. Путешествие по замку Бран продолжается. Мы сделали очень много фотографий, еще будем делать. Их можно будет посмотреть на моей странице ВК. Ссылка в описании под видео. Напоминаю, это замок Бран. Больше видео и фото вы сможете посмотреть у меня на странице ВК. На Бран, замка Бран, замка Дракулы. В замке Бран сохранено много раритетной мебели.
imamo spoj stikla kafu i ona bude da se Gabriel, ja sam kućinu kola, no? Ja vidim da mamira. А за фото напомню, да?